Всем большой привет! Сейчас у меня по-настоящему легендарный телефон. Это Motorola C113. Вот так он выглядит. Такой кругленький, с очень красивым дизайном, очень удобным корпусом. Его очень удобно держать в руке, он очень комфортный, очень маленький. Это прям с точки зрения эргономики замечательный телефон, который только возможен во все времена. И здесь на нем есть такая прекрасная заставка с рыбками, которые плавают. Я всегда знал, что такие заставки можно устанавливать на похожие телефоны, но я никогда не видел, чтобы они реально у кого-то были. И вот мне попал телефон, где она есть. И я не знаю, как можно сейчас установить, или это вообще стандартная какая-то тема. Возможно, напишите в комментариях, если вы знаете. Давайте включим. Такие звуки вот он издает. И сразу же заходим в самое простейшее меню, которое только возможно. С таким синим экраном. Есть игра одна, хоть и написано, что игры. Опять же, не знаю, может быть, можно было как-то еще дополнительные какие-то игры туда получить. Настройки оператора, которые нам ни в коем случае не должны. И, в принципе, самое интересное, это пункт в меню «Далее». Вот такая вот навигация. Тут есть калькулятор. Неплохой. Курс валют. Тут нужно настраивать его. Вот интересно, какой последний курс валют на нем установлен? Допустим, что это какая валюта, я не понимаю. А, нет. Никакой курс валюты на нем не установлен. Секундомер. Самый простой. Так, это то, что нам не нужно. И переходим в заставку. Здесь есть картинка. Это наша картинка краски с рыбками. Заходим. Можно выбрать вообще никакой заставки. Часы там такие черненькие, часики будут. А какой-то текст. Что если нажать? А, тут можно что-то написать. А, мотокрылья, там будет заставка по типу DVD или по типу Windows XP. Ну и топическая рыбка. Вот давайте ее выберем. Как и было. Что есть еще? Игра. Игра здесь стандартная. Футбол. А, можно выбрать уровень игры. И давайте запустим. Так, как играть, я, кстати, не знаю. Может быть, вот этими кнопками? А, я не нажал запуск. А вот я даже играю. Мне даже что-то видно. Ну, в общем, самая простейшая игра, но она есть. И это замечательно. Когда-то я в нее играл, потому что это был единственный телефон в моей семье, на котором была игра. Потому что Samsung те же делали такие телефоны, на которых игр вообще не было иногда. Но были и те, на которых были. И, конечно, побольше. Кстати, если вам интересны обзоры на Samsung, напишите. У меня их тоже достаточно для того, чтобы снять несколько обзоров. Справочник. Здесь можно также записывать номера телефонов, это стандартные контакты. Также есть, по-моему, какие-то быстрые заметки, если я не ошибаюсь, или их нужно было делать в черновиках. Какие в нем были подключения? Это, конечно же, зарядка, найти затруднительно. Также какой-то еще порт, который мне неизвестен. Наушники, которые найти еще сложнее, чем зарядку. И выполняли они скорее функцию просто для того, чтобы использовать гарнитуру во время поездки на машине, допустим, или просто на улице. А чего-то тут мультимедийного нету от слова совсем, потому что тут нет ни какого-то MP3-плеера, ни хотя бы проигрывателя мелодий простых, более простых даже, чем MP3. Как были, например, в Samsung. Тут
тут нет вообще ничего такого. Но при этом этот телефон очень хорошо продавался в России. Его покупали бабушкам, покупали дедушкам, покупали просто люди, которым не нужны были никакие мультимедийные функции. Покупали детям в школу, покупали в армию. И покупали бы, возможно, бы даже до сих пор, если бы телефон такой сохранился, потому что кнопочные телефоны спросом пользуются. Если выложить этот телефон на Авито, то за 500 рублей он отлетит просто со свистом. Вот так вот он выглядел сзади. Тоже очень все для удобства использования. Посмотрите, какие тут есть выемки. Он вот конкретно вот просто ложится в вашу ладонь. Ничего лишнего на нем нету. Это настолько удачное устройство, что аналогов, по-моему, его просто не может быть. Есть только Siemens. Они, в принципе, делались по такому же принципу. Клавиатура, она тоже очень удобная, такая прям плотненькая. А на ней приятно печатать текст сообщений. Она имеет вот такое покрытие серебристое. Она, конечно же, резиновая. Экранчик, он, несмотря на то, что монохромный, но он очень качественный, это прям видно. Никаких вот почернений нету, когда что-то там отсвечивает. Очень все качественно прорисовано. Вот такая вот тут есть рамочка, и мне кажется, что можно что-то сегодня похожее сделать, перевыпустить эту линейку телефонов, только здесь будет какое-нибудь кольцо навигации, как в смарт-часах от Samsung. Оно будет крутиться. Экранчик, конечно же, должен быть уже полностью круглым, цветным. И мне кажется, ради ностальгии, ради использования кнопочного телефона, многие люди могут себе купить. Но несмотря на то, что он был таким простым и популярным среди людей в России, он стоил далеко не дешево. То есть он стоил далеко не 1000 рублей, далеко не рублей 800 в те годы, когда еще курс был совершенно другим. За него могли просить где-то 3000, 3,5, даже если обычный телефон стоил где-то 4, то за этот можно было отдать 3. И покупали, потому что он того стоил. Это был очень качественный аппарат. Он мог спокойно прослужить несколько лет. У меня сейчас вот он работает. Но удивительно то, что телефон в очень хорошем состоянии. Потому что эти телефоны, они побывали много где, в разных условиях, в разных совершенно методах эксплуатации, и как бы обычно они все облезлые, поцарапанные, не побитые, потому что бились они с большим трудом, но в состоянии, конечно же, плачевном. Но тут даже клавиатура никак не просвечивается, она новая. То есть телефон в идеальном, ну не сказать, что прям в коллекционном, но в очень хорошем состоянии. Мне он безумно нравится, и сегодня даже, мне кажется, есть смысл с ним ходить. Особенно если вы желаете отвлечься от интернета, от постоянных коммуникаций. Если вам интересно просто звонить, не использовать никакие там телеграммы, инстаграмы, запрещенные на самом деле сегодня. Не использовать никакой просмотра контента, кроме плавающих рыбок, то можно сегодня это купить пожилому человеку или ребенку, которого вы не хотите отвлекать от учебы, или же не хотите отвлекать от его социальной жизни, реальной жизни. То смысл, конечно же, есть в покупке такого телефона за 500 рублей на Авито или же за от 50 до 200 рублей где-нибудь на блошином рынке. Отличный телефон, которому в этом году уже целых 18 лет. Совершеннолетие. И он прекрасно работает, не потерял никакой актуальности. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк обязательно этому видео. И ждите новые обзоры, смотрите их и смотрите, конечно же, старые.